Привет! С вами снова Елена Литвиненко, и сегодня мы с вами поговорим о том, как достичь результата проще и быстрее. И касаться это будет, естественно, развития голоса, техники речи и мастерства публичных выступлений. Вот уже 15 лет, как я занимаюсь педагогической деятельностью. И в начале своей деятельности я просто пыталась передать своим студентам по определенной системе те упражнения, те техники, которым меня научили в университете искусств. А я по образованию дипломированная актриса. Но со временем я поняла, что нужно подключать и другие элементы. Очень важны различного рода психологические настрои, практики, визуализация. И очень важны такие тонкости, как умение достигать цели. Именно с этого я теперь начинаю работу с любым из своих учеников. Сначала мы определяем четко, чего он хочет достичь, какие именно у него проблемы, в каком стартовом состоянии человек находится. И он четко тогда видит, где его сила и где его слабость, что у него уже есть, а что еще нужно достичь? И тогда мы выстраиваем по ступенечкам систему, по которой мы будем это достигать. Если проблема с голосом, соответственно, мы начинаем с дыхания, с характеристик голоса и работаем в эту сторону. Если с голосом это наша сильная сторона, и тут у нас все в порядке, то начинаем работать с выразительностью речи. Часто бывает и то, и другое у человека в порядке, но есть какие-то другие неполадки, от которых он хотел бы избавиться. И тут приходят на помощь актерские практики и техники и психологические приемы. Более того, в последнее время я даже ударилась в эзотерику. Если это психологическая какая-то техника и основана она, например, на улучшение работы голосо-речевого аппарата, назовем ли мы это чакра Вишудха или назовем ли мы это гаттань, это не важно. Смысл в том, что человеку легче таким образом эти органы настроить на нужное звукоизвлечение. Становится гораздо проще и легче воспринимать и перерабатывать информацию. Кроме того, существует такой прием, называется он встраивание. Это прием, который позволяет сделать упражнения и техники ритуалами нашей жизни. И это значительно ускоряет процесс усвоения этой информации и позволяет быстрее начать практически ее использовать. Практика и теория, психологические и актерские техники – вот то единство, которое позволяет продвинуться к результату наиболее быстро и наиболее эффективно. До встречи! Увидимся!